Действует уверенно и точно. У каждого спортсмена своя техника и тактика. Бой ведет 12-летний Егор Юшин. Самое сложное – тренировки, рассказывает спортсмен. Сегодня он одержал безоговорочную победу. Говорит, секрет успеха простой – много тренироваться, никогда не сдаваться и сражаться до конца. Согласно решениям судей, победу одержал боксер красного угла. Перед боем очень сильно волнуешься, переживаешь, а вот когда проходит все, выигрываешь, очень, ну, на душе приятно. Я очень вспотела, устала. Мне очень понравился соперник, что он двигался. Я несколько раз попал, но он не унывал и продолжал боксировать. Эта победа – результат совместной работы. Егор тренируется под руководством опытного тренера. На занятиях перенимает знания и опыт. Говорит, только так можно стать чемпионом. Бокс по его самому логическому мышлению очень сродни шахматам. То есть вы выходишь на ринг не драться. Ты выходишь в ринг думать. И побеждает не сильно, не быстро, и побеждает всегда умный. Думаешь, как продумывать себе атаки. Первую атаку, вторую, третью, четвертую. У тебя есть план на бой, который надо быстро поменять. Ты должен быть очень гибким везде. В Самаре завершился городской детский турнир по боксу имени святых Кирилла и Мефодия. Показали свою силу и ловкость 40 юных спортсменов разных возрастных групп. За 20 боев один разбитый нос – все. То есть, получается, ну, травм нету. И для ребят, наоборот, это только там школа мужества и воспитания. Боксеры боксируют в красном углу, синем углу. У них должна быть соответствующая экипировка этого цвета, то есть форма, шлем, перчатки. И, конечно, мальчики еще также одевают бандаж и бинты для защиты рук. Мастерство участников оценивали профессиональные судьи. Их главная задача – не только справедливо оценивать уровень мастерства ребят, но и следить за их безопасностью на ринге. Рефери контролирует за боем, за поединком, чтобы не нарушались правила. Также следит за здоровьем, чтобы в нужное время остановить бой. А трое боковых судей, они оценивают победу, считают очки, чтобы определить победителя. По словам организаторов, бокс – это не только физическая сила, выносливость, ловкость, но еще и воспитание характера, силы воли и дисциплина. Светлана Кудрявцева, Ксения Баканова, Петр Паламеев. События.